Анвар Алахьяров, 60 килограмм, греко-римская борьба. Ты вроде не очень доволен, хотя победил. Почему не улыбаешься? Нормально, доволен. Все хорошо прошло. Получилось. Несколько слов по схватке. Что и как складывалось? Сильный соперник. Первый раз боролись с ним. Очень крепкий, опытный. В этот раз получилось у меня выиграть. У нас греко-римская борьба очень сильная, сборная России, есть лидеры, чемпионы мира. Вот с кем из звезд российской борьбы стоял в паре, может быть, на тренировках? Да, еще ни с кем не удавалось стоять. Да у нас в зале тоже очень много опытных ребят, именно моего веса. Все хорошо получается, тренируемся, выигрываем. А с кем хотел бы провести поединок? Ну вот с лучшими ребятами этого веса. Бьебелин, Маранян. С ними хотелось бы побороться. Кто, на твой взгляд, для тебя, для твоей фигуры, для твоей манеры борьбы более сложный? Емелин или Маранян? Да, они одинаково борются. Очень аккуратно, осторожно. Закрыто и тяжело раскрывать. Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года, а также чемпион России. Несколько слов, как оказалось, что ты увлекся такой борьбой? Его соперник. Отец отвел на борьбу. И вот так потихоньку вошло. Вроде получается, уже 15 лет занимаюсь борьбой. Все хорошо получается.